Так, добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш клубный день. Как вы уже могли убедиться, называется он «Использование онлайн-помощника при оценке эффективности ПАМ-счетов». У нас сегодня приглашенный гость Станислав Проценко. Это автор, создатель, идейный вдохновитель проекта Profit PAM, где с помощью наглядных методов, математических, статистических, Станислав нам сегодня расскажет, на что он делает упор при отборе ПАМ-счетов, как можно просчитывать ПАМ-счета, как можно с довольно-таки приближенной вероятностью просчитать вероятность прибыли либо убытка по данному ПАМ-счету и о многих других деталях, как работать с ПАМ-счетами, расскажет сегодня в нашем клубном дне. Напомню, что вы можете задавать Станиславу свои вопросы в чат. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте alpari.ru, ввести логин и пароль, и сможете задать свои вопросы, также получить на них ответы. Что ж, я передаю слово нашему гостю. Добрый вечер, инвесторы, дорогие зрители. Меня зовут Станислав Проценко. И, как сказал Кирилл, я один из основателей данного сервиса. Мы делаем его с другом вместе. Сам я как бы являюсь аспирантом. Добрый день. Я являюсь аспирантом Белгосуниверситета. И идея создания данного сервиса, она не возникла из головы. Сам раньше был управляющим, в итоге тоже разработал свою систему. Но именно взаимодействие с инвесторами и сам как управляющий понимал, чем еще можно улучшить привлекательность ПАМ-счетов именно с помощью математики. Давайте начнем. Кирилл, на презентацию, да? Так, вот profitpam.com, онлайн-помощник по инвестированию. Стоит начать с того, что PAM-счет — это то, что мы видим. Но на самом деле это результат торговли управляющего. Мы не имеем доступа именно к самому счету управляющего. И при этом стоит отметить, что на одну сделку, о которой, к примеру, была открыта неделю назад, она может быть еще открыта и приносить прибыль. Но при этом на графике доходности ПАМ-счета мы можем видеть как и положительный результат, и отрицательный за день. В этом заключается особенность мониторинга ПАМ-счетов. И учитывая, что у нас нет доступа именно к торговому терминалу, нам надо научиться анализировать график доходности, используя, соответственно, математику. Я считаю, что основными из показателей доходности, показателей эффективности ПАМ-счетов, это является возраст, доходность, просадка, среднее используемое кредитное плечо, средняя доходность и стандартное отклонение. И также можно добавить еще дополнительные показатели, которые считаются на основании всех вышеозвученных. Возраст, я думаю, что это показатель один из важнейших в том плане, что, учитывая специфику рынка Форекс, что он постоянно меняется, и некоторые торговые системы могут ломаться. И если мы видим, что возраст ПАМ-счета больше 2 лет, вероятно предположить, что сама торговая система создавалась при определенных условиях, и управляющий был нацелен на результат. Доходность вместе с возрастом, они тоже являются важными параметрами в том плане, что за короткий период, показав высокую доходность, можно сразу сказать, что управляющий использует агрессивный метод торговли. А если возраст был больше 2 лет и при этом низкую доходность показывает, то тут тоже нелогично рассматривать вот такой счет. А просадка показывает максимальный убыток ПАМ-счета. Это тоже важный показатель. Важно отметить, что, кстати, на
PAM-счетах Альпари в основном рейтинге средняя просадка по всем PAM-счетам составляет 45%. То есть, как бы, знаете, думайте, что инвестируя в PAM-счет с возрастом 120 дней и надеяться, что эта просадка сохранится, мягко говоря, ну, это немного ошибочно. Так, среднеиспользуемое кредитное плечо, об этом показателе я немного дальше расскажу, и как бы вы узнаете его именно важность для анализа PAM-счетов и их выбора. Средняя доходность, ну как бы это собственный результат, который мы можем ожидать, учитывая, что сразу нам сказать по графику доходности довольно сложно, правильно, на какой результат нам нужно ориентироваться, то средняя доходность, собственно, нам и показывает этот результат. Стандартное отклонение, эта характеристика является мерой разброса доходности и одновременно мерой риска. Важно отметить, что стандартное отклонение, чем меньше значение, тем вероятнее получить прибыль, равную среднему значению. Более высокие значения будут говорить о том, что управляющий использует агрессивный метод торговли, и при этом, если будет, к примеру, два PAM-счета с одинаковой средней доходностью и разным стандартным отклонением, стоит убирать тот PAM-счет, у которого стандартное отклонение меньше. В этом случае и риски будут тоже меньше. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их всегда задавать, и будем отвечать. Так, дальше стоит начать с того, что все эти коэффициенты, по большому счету, немного сложновато анализировать, и их нужно как-то обобщить. В этом плане мы обобщили их в коэффициентах инвестиционных, это коэффициент Шарпа, Сартино, Кальмара и Омега и Швагер. Коэффициент Шарпа является, ну, как бы его особенностью в том, что он показывает отношение средней доходности к стандартным отклонениям. По сути, мы видим, какую нам доходность, вернее, какую доходность мы можем ожидать при определенных рисках, то есть доходность на единицу риска. Коэффициент Сартино, он показывает отношение средней доходности только уже к отрицательным стандартным отклонениям. Ну, согласитесь, правильно, если мы получаем положительную доходность, нас как бы мало интересует разброс этой положительной доходности, нам важно именно отрицательное отклонение. А коэффициент Кальмара, он немного отличается от двух предыдущих тем, что это отношение средней геометрической доходности на максимальную просадку. Важно сказать, что средняя геометрическая доходность, она немного лучше отражает ожидаемую доходность в том плане, что она меньше подвержена резким выбросам доходности. Ну, к примеру, у вас было 5-10% доходности, и потом вдруг появляется 40% доходности. Средняя доходность, она отреагирует на это большое значение, а средняя геометрическая не так сильно. Коэффициент омега, это из всех этих коэффициентов его выделяет то, что нет зависимости от среднего используемого кредитного плеча. То есть это характеристика вероятностная. И это важный коэффициент, и следующий слайд как раз будет про него. Коэффициент Швагера, важность этого коэффициента заключается в том, что он показывает отношение средней дневной прибыли к средним дневным просадкам. И вот тут мы можем вспомнить, что такое Мартингейл. Да? Эти счета характеризуются именно большими внутридневными просадками и небольшой прибылью. Вот, собственно, и получается, что если вдруг этот коэффициент будет иметь значение меньше единицы, то высока вероятность использования Мартингейла или других систем, у которых внутридневная просадка больше, чем средняя дневная прибыль. Здесь можно даже немножко... Так, вот сейчас перейдем на коэффициент омега. И давайте немного его подробнее рассмотрим, что это такое. Как сказал раньше, что это вероятностная характеристика, то нам надо определить вероятность. P — это наша доходность. Управляющий, совершая сделки, он может как заработать прибыль, убыток, но при этом нам нужно важно определить так, максимальный убыток. Да, секунду, извините. Нам важно определить
максимальный убыток и максимальную прибыль. Ну, в процессе наблюдения он какую-то получит. Ну, к примеру, это плюс 10 будет, минус 10, минус 5, плюс 5 и 0. В результате от торговли за год, ну, это все к примеру, а потом мы перейдем к реальным примерам, уже дальше будем рассматривать. У нас один раз он попал в доходность в диапазоне от минус 10 до минус 5. Три раза его доходность за период закрывалась в диапазоне от минус 5 до 0. К примеру, 5 раз в диапазоне от 0 до плюс 5. И 2 раза в диапазоне от плюс 5 до минус 5. Учитывая, что у нас всего сделок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сделок, то мы можем определить вероятность попадания, вероятность получения той или иной доходности в указанном диапазоне. То есть получается, что мы можем построить вот такую кривую, и эта кривая нам будет показывать вероятность получения именно нужной нам доходности. К примеру, мы хотим узнать, какова будет вероятность получить прибыль от 0 до 5%. Используя коэффициент омега, это все определяется. И, кстати, важно отметить, что учитывая, если распределение носит нормальный характер, это немного для математиков, то 95% с вероятностью мы будем иметь нашу доходность ожидаемую. Вот это пусть будет средняя, плюс-минус два стандартных отклонения. Минус 2 сигма и плюс 2 сигма. Эта характеристика, как уже говорил, является мерой разброса, на которую всегда стоит обращать внимание. И, собственно, коэффициент омега сам считает отношение вероятности получить прибыль к вероятности получить убыток. То есть омега это p плюс на p минус. Если говорить про торговые системы, да, то те, кто их разрабатывал, может сказать, ну и как бы сам знает, что есть такой процесс, как мы можем ее оптимизировать, нашу торговую систему. И, собственно, на коэффициенте омега это все хорошо видно. Получается, что граница смещается, а оптимизированные торговые системы очень сильно, я не говорю, что все оптимизированные, это плохо, но очень сильно оптимизированные системы в один момент могут быстро поломаться, рынок изменится, и, как бы, следовательно, инвестировать в такие счета, ну, немножко опасно. Либо можно инвестировать, но в небольшую сумму. Получается, что наш центр смещается, и вид распределения в данном случае для оптимизированных счетов может иметь вот такой вот вид. Это, к примеру, среднее наше значение, ну пусть 0,5 будет. Так, и наша вероятность. То получается, вид может быть очень резкий, и что-то сказать, ожидать от этого счета, мы можем ожидать наиболее вероятную доходность. Но о том, что мы можем получить какой убыток, нам сказать довольно сложно. И, ну, собственно, в этом и заключается одна из особенностей коэффициента омега. Так, а что мы можем узнать, какую вероятность ожидать? Так, дальше можно рассмотреть то, что то, что все коэффициенты, на самом деле, на данный момент они показывают какое-то текущее значение. Но сказать о том, хорошее это значение или плохое, довольно сложно, если нет истории коэффициента. Мы можем говорить, что да, PAM-счет долгое время работает прибыльно, но если обратить внимание, что его средняя доходность на протяжении долгого времени уменьшалась, то как бы первая мысль, которая появляется, это, вероятно, торговая система начинает ломаться. Сразу она поломаться не может, это от многих факторов зависит, тех, которые именно заложены в торговой системе. Но рассматривая динамику всех коэффициентов, вот на картинке приведена динамика коэффициентов Шарпа, Сартино и Кальмара. И один из PAM-счетов, который был ликвидирован. И позже управляющий сам признал, что вероятно, его торговая система перестала работать.
Здесь стоит обратить внимание, что все коэффициенты, начиная с января 2011 года, они падали. Если вспомнить, что такое, к примеру, коэффициент Шарпа, это отношение средней прибыли к стандартному отклонению. Так, тут, наверное, давайте посмотрим это на примере. Так. Что Шарп — это средняя прибыль на стандартное отклонение. И учитывая, что если вдруг у нас будет динамика, так, видно, я думаю, динамика увеличивается, это значит, что у нас или уменьшается стандартное отклонение, это хорошо, потому что риски уменьшаются, или увеличивается средняя дневная, ну, или увеличивается средняя доходность. В случае, если у нас будет динамика уменьшаться коэффициента, то это может означать или уменьшение средней прибыли, что плохо для инвестора, или увеличение стандартного отклонения. Теперь, если обратно вернуться к нашему рисунку, собственно, мы видим, что на протяжении всего времени, несмотря на то, что увеличивается сама доходность, учитывая, что происходит накопление результатов, для коэффициента Шарпа уменьшается средняя дневная доходность или увеличивается стандартное отклонение. Дальше мы немного рассмотрим особенность применения этих коэффициентов на реальных примерах и как определить, период поломалась ли торговая система или нет. Для Сортино Кальмара видим, что три основных коэффициента они показывают, что данный помсчет лучше временно не рассматривать для инвестиций. А теперь важно сказать еще то, что любая торговая система, у нее есть какой-то фундамент, правильно? И, к примеру, управляющий один, он разработал торговую систему на основании известного индикатора MACD. Управляющий 2 разработал тоже торговую систему на основании индикатора MACD, вот как видно на рисунке, где ETS1 – это MACD, ETS2 – это MACD плюс RSI будет, и ETS3 – это MACD плюс RSI плюс стохастик. Мы видим, что в определенном смысле мы можем ожидать примерно одинаковых результатов, примерно в общем смысле, чтобы просто как бы пользователи смогли понять, что результаты могут быть немного подобными. Но если сделать рассмотрение, так, Секунду. Окей, надо перейти на сайт. Да. Угу. И при этом, если мы, как я сказал, мы не имеем доступа к торговым показателям управляющего, но имеем доступ к показателям PAM-счетов, то мы можем взять и просто сопоставить основные показатели и определить, как зависит. К примеру, моя одна из самых любимых зависимостей – возраст от среднего используемого кредитного плеча. Так, давайте немного подробнее это рассмотрим. Мы все знаем, что возраст… Так, вернее, что от используемого кредитного плеча, он как бы возраста он зависит, но мы не знаем, как зависит. Но мы можем это определить. И, к примеру, пусть у нас так, я думаю, хорошо видно. Да. Отлично. 5, 10, 15, 20. Что управляющие, которые используют консервативный стиль торговли, у них у всех среднеиспользуемое кредитное плечо довольно невысокое. Ну, как бы логично предположить, что возраст их может достигать больших значений. К примеру, это будет вот эта вот диаграмма, столбик, вернее. Управляющие, которые немного превышают риски, следовательно, и их потенциальная доходность увеличивается, и их уменьшается возраст.
И это тоже видно. Вот, собственно, как бы все, увеличивая среднее используемое кредитное плечо, у нас уменьшается перспектива наших инвестиций, потому что инвестируя, допустим, в PAM-счет, вот как тут, сейчас рассмотрим более подробно. Инвестируя в PAM-счет со средним кредитным используемым плечом 29, сложно сказать, что его возраст будет превышен за 1000 дней. И для этого как бы общая статистика в этом-то и помогает, что мы на основании основных показателей, все PAM-счета, которые доступны в основном в рейтинге, мы можем и их сравнить относительно других. Показать в общей статистике. Вот мы можем узнать по всем PAM-счетам из основного рейтинга, какая просадка соответствует какому среднему используемому кредитному плечу. То есть получается, что если мы увидели красивый PAM-счет с графиком доходности, с красивым графиком доходности и высоким используемым кредитным плечом, и, к примеру, на момент инвестиции такое довольно хватает, что просадка была, к примеру, 13%. И думать, что у нас эта просадка сохранится, это немного неправильно. И общая статистика в этом-то как бы нам все и все очень явно показывает, что инвестируя в PAM-счета с высоким используемым кредитным плечом, увеличивается вероятность просадки. Здесь много другие зависимости, это еще приводится. Просадка среднеиспользуемое кредитное плечо на отношение максимального. Ну, как бы стоит сказать, что при разработке общей статистики мы думали, что это отношение будет помогать инвесторам для определения мартингейлов. Но по факту оказалось, что иногда бывает у некоторых управляющих, что при определенных условиях случайно может выскочить плечо выше среднего значения. У меня тоже была подобная ситуация, и использовать отношение как бы оказалось для определения мартингейла неэффективным. Но в целом видно, что основная часть PAM-счетов, их отношение в районе до 0,5 доходит. Также видно, что преимущество общей статистики также заключается в том, что все PAM-счета, ну, как я уже сказал раньше, их можно сравнивать, и при этом инвестируя в какой-либо PAM-счет, мы можем зайти в общую статистику, посмотреть его показатели, сравнить с другими. Потому что просто рассматривая график доходности и показатели, сложно ожидать, сколько он проживет, какова перспектива наших инвестиций, потенциальная просадка. Вот, собственно, как бы в этом и заключается одно из преимуществ использования общей статистики. Кирилл на презентацию. Сразу в начале, вернее, в завершении обзора хотелось бы еще сказать о том, как составлять портфель. Ну, многие инвесторы, общаясь с ними, мы поняли, что все говорят о диверсификации, но при этом часто сами не понимают, что в этом заключается. И вот, собственно, как бы коэффициент корреляции – это инструмент, который помогает определить, стоит ли включать определенных два счета в портфель и будет ли происходить диверсификация рисков. Корреляция показывает нам взаимосвязь двух PAM-счетов. И согласитесь, включать два PAM-счета, которые на первый взгляд могут иметь разный вид графика доходности, но при этом иметь корреляцию близкой к единице, это неправильно, потому что... А почему? Сейчас мы немножко посмотрим на доску. Пусть это будет управляющий 2, это управляющий 1. Здесь мы будем рассматривать
доходность управляющего 1 и какая доходность соответствует управляющему 2 в этот же день. То есть получается, что при коэффициенте корреляции, равном 1, если управляющий 1 заработал прибыль, то и управляющий 2 тоже заработает прибыль. Если он получил убыток, то и управляющий 2 получает убыток. В итоге у нас получается вот такая прямая. То есть получается, что о распределении, вернее, о диверсификации речи тут нету. Уменьшает, если корреляция вдруг уменьшается, и мы в портфель включаем другой помп-счет, то получается, что у нас уже появляется вот такая область значений. То есть управляющий 1 может заработать прибыль 1, ну, к примеру, 5%, а на эту прибыль может быть получен меньшая прибыль или большая. В результате получается, что корреляция для включения счетов в портфель необходимо определять корреляцию, вернее, счета с корреляцией равной нулю. То есть получается, что если управляющий 1 показал прибыль, то управляющий 2 может показать как и убыток, так и прибыль в этот день. Для чего это важно? Это важно в том плане, что суть же как бы диверсификации заключается в том, что при получении, что мы минимизируем наши риски. Плюс на плюс даст плюс. А наша цель получить в самом худшем результате 0. Ну, то есть управляющий 1 показал прибыль, другой убыток. Нам нужно, чтобы портфель или в ноль закрылся, или в плюс. Вот поэтому для некоторых памп-счетов, мы их немного позже рассмотрим, я вам покажу счета с корреляцией близкой к единице. Ну, как бы, и, следовательно, такие счета включать в портфель немного нелогично. Так, если у вас есть какие-то вопросы, вы их задавайте, и мы будем их рассматривать. Ну, еще хотелось бы сказать, что сейчас мы готовим запуск новой версии, где немного функционал будет еще расширен. Вот, собственно, как бы рейтинг будет какого вида. Страница памп-счета. Многие управляющие, инвесторы на форуме хотели бы видеть логарифмическую шкалу. В данном случае она появляется. Ее особенностью является то, что нам привычный график доходности, он имеет определенные недостатки. То, что фактически доходность управляющего за день, она будет уменьшаться, но на графике отследить это будет довольно сложно. Рассматривая логарифмическую шкалу, к примеру, мы видим, да, на первый взгляд график доходности под углом 45 градусов, и можно зарабатывать. Но тут мы видим, что немножко у нас доходность начинает уменьшаться. А вот один из моих любимых примеров, конечно. Вот памп-счет, у которого, если посмотреть на линию, очень ровный график доходности, а логарифмический масштаб, мы видим, что вначале, да, доходность увеличивалась, но постепенно начинала уменьшаться. И это, собственно, видно на недельных данных, что теперь доходность имеет по 1,5% за неделю. Также в новом в обновленном сайте будет добавлена возможность исследования коэффициентов одновременно. Мы сейчас перейдем к реальному рассмотрению некоторых памп-счетов и будем сами рассматривать, что они дают. Одновременное наложение коэффициентов нам позволяет сравнивать все характеристики, потому что памп-счет для каждого памп-счета рассчитывается 5 коэффициентов, и один коэффициент, к примеру, может показывать довольно хорошую нам динамику, а некоторый коэффициент не такую хорошую. Но каждый, учитывая, что каждый из этих коэффициентов обращает на ту или иную
сторону опомсчета, все вместе как бы, они дают хороший результат. Ну, то есть, к примеру, у нас получится, что один коэффициент будет не так хорош относительно других. Ну, то есть, получается, один из пяти нам говорит, что стоит быть внимательным. Вот давайте даже рассмотрим один опомсчет на динамику коэффициентов. Мы видим, что так, если их по одному смотреть, что вначале коэффициент принимал высокие, так, одну секунду, что вначале коэффициент принимал довольно высокие значения, и это связано с тем, что как бы у нас временно мало статистики, та, которая нам пока не позволяет сделать какие-либо выводы. И здесь, учитывая вот такие большие значения, да, колебания, это то, о чем многие и преподаватели Альфари говорят, что не стоит рассматривать слишком молодые опомсчета, потому что нет истории. Надо немного подождать. Если убрать этот период, то становится видно, что со временем, вернее, от 26 августа наш опомсчет становится более-менее стабильным. То есть получается, если это более-менее понятно, постараться объяснить. В самом идеальном варианте торговая система, которая прибыльно работает и стабильна, она будет иметь вначале определенные колебания и впоследствии выйдет на какой-то результат. Если говорить про коэффициент омега, если мы вспомним, что он показывает отношение вероятности получить прибыль к вероятности получить убыток, то это будет означать, что через определенный интервал времени мы будем получать прибыль более гарантированно, чем в этом периоде. То есть, если значение коэффициента омега 1,7, то это значит, что вероятность получить прибыль за день в 1,7 раза больше вероятности получить прибыль. И чем меньше вот эти вот колебания, тем вероятнее наш результат. Если говорить про рассматриваемый счет, то здесь как бы видно, что колебания на самом деле, в данном случае мы коэффициент шарп, давайте омега посмотрим. Вот как я и говорил, для этого счета вероятность получить прибыль в среднем в полтора раза превосходит вероятность получить прибыль. Это для дневных данных. Также еще рассчитываются и недельные данные. Ну, сейчас мы к ним немного позже перейдем. Так. Вот, собственно, еще рассчитываются недельные и данные, и месячные. Для каждого для и недельного, и месячного масштаба определяются также основные параметры, показатели и все основные коэффициенты. Важно отметить, что для некоторых PAM-счетов, те, которые используют Мартингейл, ну, бывает так, что на дневном графике довольно сложно сказать, использует он Мартингейл или нет. А переходя к рассмотрению недельных данных или месячных, то рассматривая значение коэффициента шарпа, то как бы вероятно сказать, использует он или нет. И чем больше значение будет единица, тем вероятнее, что он данную систему у себя в торговле не использует. Так, секунду. Если вы еще хотите задать какие-либо вопросы именно по PAM-счетам, вот, кстати, я забыл еще одно из самых интересных сказать, что в новом сайте будет для каждого PAM-счета определена ожидаемая доходность получения прибыли и убытка. Используя диаграмму распределений, можно будет определить, какова вероятность получить прибыль
в диапазоне от 1 до 2%. Или убыток. Мы думаем, что это очень важное значение для каждого инвестора в первую очередь, потому что ограничивая убыток, мы как бы повышаем привлекательность наших инвестиций. Давайте рассмотрим один очень интересный помсчет и пробежимся по всем основным показателям. Так, это GoroTrader. Доходность за весь период, за 295 дней, составляет 84%, ожидаемая доходность 20%, максимальная просадка 18,51%. Сумма в управлении, капитал управляющего. Так, ну начнем с того, что посмотрим на график доходности и на график используемого кредитного ключа. Так, анализируя среднеиспользуемое кредитное плечо, можно сказать примерно, как работает управляющий. Мы видим, что вот здесь открывается ордер, и вот по такой свече можно сказать, что используется take profit. Здесь нет никакого пересиживания, открывается ордер или несколько ордеров, ставится take profit или подтягивается уровень фиксации убытка. Ну, уже, вернее, без убытки. Это одна из причин, по которой мы рассматриваем данный помсчет, что здесь не используется никаких искусственных систем увеличения прибыли, и инвесторы могут зарабатывать, инвестируя в данный помсчет. Вот. Также важно то, что далеко не на всех мониторингах добавлена возможность учета оферты. Любой инвестор, который инвестировал, знает, что он получает не всю доходность, а доходность минус оферта управляющего. А также для каждого счета добавлена оферта, и при этом пересчитываются все показатели. Так, без комиссии. Так, вот что хотелось бы сказать по поводу инвестиций. Недавно один из управляющих, Саян 2.0, попросил написать обзор по его помсчету. Честно говоря, писал 2 дня, потому что хотелось написать его очень хорошо и рассмотреть как больше факторов, потому что одна из основных причин нашего диалога с ним было в том, что счет в самом-то деле довольно неплохой, но инвестиций там довольно сейчас немного. Общаясь с Кириллом, мы уже обсуждали эту тему, что недавно мы провели исследование по определению факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность. То есть основной целью было определить, на что обращают внимание инвесторы при инвестировании в какой-либо PAM-счет. И сразу могу сказать, что для GoroTrader'а в данном случае, ну, этот счет на данный момент он недооценен. И думаю, стоит ожидать инвестиции в дальнейшем. Ну, логарифмический график тоже довольно неплохой. Здесь нету никаких странностей. Так, дополнительная информация. Одной из основ как бы стратегии инвестирования. Ну, потому что многие уже понимают, кто не первый раз инвестирует в PAM-счета, понимают, что просто инвестировать в PAM-счет при росте доходности это довольно опасно, потому что, учитывая, что доходность растет, могут быть открыты торговые ордера, и рынок даст какую-либо коррекцию, и у нас на инвестиционном счете будет убыток. Поэтому лучше всего определить какой-то уровень, относительно которого лучше всего инвестировать средства в PAM-счет. Этим уровнем в данном случае является средняя просадка. Вот для GoroTrader'а
средняя просадка является 7,57%. А почему важно рассматривать этот уровень? А, спасибо. Любой помсчет имеет по просадке. И уровень просадки может быть разным, ну, в определенный период времени. Так, вот у нас просадка. Просадка 1. Вот. Просадка. Просадка 2. Вот просадка. Просадка 3. И если мы будем рассматривать памсчет вот в этот вот период времени и будем искать наиболее подходящий момент для инвестирования, то мы можем сделать просто простые действия, элементарные. Взять, а посчитать все просадки и разделить на их количество. А тем самым мы определим средний уровень просадки. В данном случае, если рассматривать гору трейдера, это 7,54. И получается, что если вдруг памсчет пойдет на просадку, то при достижении уровня 7,57%, вот пусть будет 7,57, высока вероятность, что в скором времени памсчет начнет приносить прибыль. Многие как бы инвесторы, они недооценивают значение просадки. Да, многие говорят о том, что надо инвестировать на просадке. Но как определить этот уровень, от которого надо инвестировать? Ну вот, собственно, средняя просадка, она на этот вопрос и нам отвечает. Так, среднее используемое кредитное плечо, это мы уже рассматривали для общей статистики, ну и еще этот счет мы его в общей статистике посмотрим. По ожидаемой доходности в данном, для данного помсчета тоже все довольно неплохо. Теперь по коэффициентам шарпа, омега, сортино, кальмара пройдемся. Коэффициент шарпа, как уже раньше говорилось, это отношение средней доходности на стандартные отклонения. Именно говорить о том, что коэффициент шарпа равный значению единицы для памсчетов, это немного некорректно. Лучше всего рассматривать саму динамику, потому что памсчета — это довольно специфический такой инструмент. И именно поэтому надо рассматривать динамику всех коэффициентов. Мы видим, что вначале у нас был такой разброс. Это связано с тем, что накапливалась история. И впоследствии динамика коэффициента вышла на уровень 0,18. То есть это означает, что сейчас управляющий уже как бы его можно рассматривать для инвестирования. И при этом выводы, которые будут делаться, это уже выводы, основанные на какой-то статистике наблюдения за памсчетом. Так, для коэффициента сортино аналогичная картина наблюдается. То есть уже 2 из 5 коэффициентов показывают, что памсчет довольно стабильно идет. Коэффициент кальмара. Та же картина, что вначале, да, значения немного принимали различные значения и постепенно вышли на определенный уровень. Вот, собственно, коэффициент омега. Один из моих любимых, кстати, коэффициентов. Он показывает, ну, как уже раньше говорил, отношение вероятности получить прибыль к вероятности получить убыток. И для данного помсчета уже 4 из 5 коэффициентов. Ну, среднее значение, можно сказать, 1,3, 1,2. То есть это тоже довольно неплохо. То есть вероятность больше 50% получить прибыль. И коэффициент Швагера. Как уже раньше говорил, этот коэффициент можно использовать для определения такой системы, как Мартингейл, для памсчетов. И важно, чтобы значение коэффициента было больше единицы.
И для данного PAM-счета на всем промежутке наблюдения это значение больше единицы. То есть вывод, что PAM-счет довольно хорош. Торговая система его нигде не ломается, вернее, признаков поломки нигде не показывает, потому что доходность идет вверх, а коэффициент стоит на одном уровне. Он не уменьшается, то есть риски наши не увеличиваются, или показатели доходности, вернее, средней доходности или средней геометрической доходности не уменьшаются. Анализ по неделям и по месяцам. Если рассматривать, ну, как бы все понимают, что рассматривать инвестиции в PAM-счет на один день, это немного нелогично, учитывая, что у нас есть ролловер. Ну и поэтому минимальным как бы горизонтом инвестирования стоит даже от недели рассматривать. И если рассматривать все PAM-счета, вернее данный PAM-счет по тем же коэффициентам, то видим, что тоже не так уж то все и плохо. Вероятность получения прибыли составляет больше вероятности получить убыток на 3,78, в 3,78 раза. А коэффициент Швагера мы видим, что на граничном таком значении находится 0,99. Но тут как бы пугаться не стоит в том плане, что учитывая, что это динамика и значение близкое к единице, и чтобы все наши сомнения убрать, мы можем перейти к рассмотрению месяцев, то есть уже более к большему масштабу. Здесь видим, что только два убыточных месяца было, а все остальные месяцы были прибыльными. Средняя прибыль, средняя доходность, вернее, составляет 6,13%, а стандартное отклонение 9,94%. Как это уже говорил раньше, да, про нормальное распределение, давайте как раз мы это и рассмотрим. То есть получается, что среднее значение у нас а стандартное отклонение 9,94. Так. Согласно статистике, с вероятностью 95% ваш ожидаемый доход или результат будет находиться в диапазоне плюс-минус 2 стандартных отклонения. То есть это 6 плюс 2 умножить на 9, то получается у нас это 18, 24. И убыток будет, так, 6 минус 18, минус 12. То есть получается, что с вероятностью 95% наш ожидаемый результат за месяц, ну, конечно, сейчас я вам скажу, значение будет находиться от минус 12 до плюс 24%. Конечно, странно немного звучит, но это возможный результат, и он ограничен именно вот этими значениями минус 12, 24. Если бы значения были больше, учитывая, что с вероятностью 95%, а теперь если посмотреть, вспомнить про коэффициент омега для данного PAM-счета, то он составляет 4,5. То есть вероятность получить прибыль в 4,5 раза больше вероятности получить убыток. Значит, вид распределения примерно будет вот такой вот. То есть это вероятность получить прибыль, это вероятность получить убыток. И думая о рискованности данных инвестиций в данный именно PAM-счет, можно сказать, что у нас довольно неплохие перспективы наблюдаются. Также также можно узнать, в какие портфели включен PAM-счет. И вот недавно буквально мы добавили для анализа PAM-портфель Альпари со всей похожей статистикой, которая приводится для PAM-счета. Мы рассмотрели хороший счет, и давайте рассмотрим один PAM-счет, который, если вам интересно, вы можете в самом деле написать
ID счета, и мы его быстренько посмотрим. Так, вот недавно меня спрашивал один из инвесторов, ну, вы пока можете написать значение ID, один из инвесторов спрашивал про Трустова. Учитывая, сколько денег в данном PAM-счете, то это довольно интересный вопрос. А всего в него инвестировано больше 2 миллионов. А последнее событие, которое показывают вот эти вот свечи, они... Сколько? Вроде бы 300 сообщений на форуме за этот день было. Больше 300. Инвесторы переживают. Я не хочу сказать, что это счет плохой или использовать Мартингейл. Потому что как бы у нас такие свечи могут быть в нескольких причинах. Но лично для меня этот PAM-счет довольно рисковый. Ну и давайте быстренько пробежимся по нему. Видно сразу, что плечи довольно высокое значение принимают. Так, вот эта вот доходность, она на фунте вроде бы была получена. Да, вроде бы она на фунте была получена. То есть, если вырезать это, то результат немного сразу как бы другой становится. Так, среднедневной убыток, среднедневная прибыль, так, доходность риска, средний уровень просадки 6.36. В основном это значение обусловлено как раз вот этой вот просадкой длительной. И учитывая, что хай был, считай, 300%, вот, собственно, как бы и значение такое. Так, средняя длительность, максимальная, текущая, ну... Кстати, также для инвесторов мы считаем прибыльные серии и убыточные. Ну, как бы информация для кого-то может быть довольно полезная, и ее как вариант можно использовать для... так, секунду. Да, сейчас мы рассмотрим те PAM-счета, которые вы указали, ну и сейчас вот с Трустовым закончим. Основная цель, даже просто ну, небольшое предисловие, что все эти показатели в определенном смысле, их можно использовать для собственной стратегии инвестирования. Вот, к примеру, мы с вами, вот я сейчас обратил внимание на прибыльную убыточную серию. Да? Уже, как говорил раньше, и писал статью у нас на сайте, она есть, и на форуме я ее выкладывал. Зная максимальную продолжительность прибыльной серии, мы можем... рассчитать расстояние, оно рассчитывается, средние просадки, войти в PAM-счет и ждать. По истечении определенного периода, к примеру, это может быть прибыльная серия, да, она составляет может, значение, как вот для Трустова, 2 дня, можем зайти и подождать. Ну, это для Трустова. Вы можете сказать, что для Трустова не так, я не прав, но я не хочу про него ничего конкретного говорить, потому что я не знаю, в какой день... все пойдет не так. Но в целом все зависит от самого PAM-счета, потому что я вспоминаю счет InnovaTrade. Этот счет как бы многие не рассматривают, а с одной стороны зря, потому что его график доходности, учитывая возраст, а у него возраст вроде бы больше 3 лет, если не больше. Кирилл, отвечай, пожалуйста. То у него график доходности вот такой вот. Учитывая, что это 3 года. Ну и смотрите, и если вдруг мы находимся вот в этот день, смотрим на него, и зная, что уже вроде как просадка заканчивается, и нас ожидает вот такая прибыль. Неужели мы будем пропускать этот момент? Я думаю, наверное, лучше не стоит. Но опять-таки, как уже сказал, все зависит от самого PAM-счета. Для некоторых счетов, вот как для Костаса, я тоже его включал в статью по разработке торговых систем для инвесторов. У нас вроде как вначале было все хорошо, но в один момент, а сейчас его доходность падает. И довольно существенную.
Если получается, что да, мы можем чисто визуально для себя определить значение доходности, на которую счет увеличивается, это вот этот период, просадку, а потом обратно нашу доходность. Пусть вот это вот зеленым, чтобы было видно. И вот наши просадки. Мы можем определить наше среднее значение прибыли, то есть сколько времени он прибыль показывал, и значение по длительности для просадки. Кстати, важно, что просадку стоит рассматривать не как значение только именно в процентах. Важно еще просадку рассматривать как значение по длительности. Потому что для некоторых помп-счетов, кстати, длительность тоже можно использовать для стратегии инвестирования. Потому что если помп-счет имеет текущую просадку 10% и длительность ее средняя составляет 10 дней, и текущая, то, вероятно, тоже надо инвестировать. Но вернемся к Костасу самому. На данный момент у него идет, мягко говоря, слив. Да? И если мы планировали в него инвестировать, мы определили наши уровни. К примеру, от этого уровня мы могли инвестировать. Это согласно стратегии. Но как бы логично то, что в любом случае надо ставить уровни фиксации убытка. Их использовать это немного, наверное, неправильно. Но при этом, зная предыдущее значение по потенциальной прибыли и убытка, вернее просадки, от которой надо инвестировать, мы тем самым минимизируем наш убыток. Согласитесь, если мы бы инвестировали от этого уровня, да, мы открыли помп-счет Костас, видим, что длительное время он показывает нам прибыль. Так почему бы взять и не вложить, да, и он через год еще будет прибыль показывать. А оказалось по факту, что его доходность дальше падала. И именно поэтому используя среднюю просадку, мы минимизируем наши убытки. Для того, чтобы начать зарабатывать, надо начать понимать, с чем мы имеем дело и как минимизировать риски, от которых никуда не убежать. А в данном случае от них не убежать. И их надо просто минимизировать. Так, вот для трустового распределения. И вот коэффициенты. Вот коэффициенты у него довольно интересные. Так, давайте сразу омегу посмотрим. Да, мы видим, какие значения принимают высокие. И как я уже в самом начале говорил, что я не знаю, так это или нет, но анализ многих PAM-счетов из рейтинга, я убедился, что те PAM-счета, которые используют автоматические торговые системы, и системы были подгонялись именно под рынок, они имеют высокое значение коэффициента омега. Как правило, это от значения 1,7 и больше. Недавно, я не буду говорить с кем, переписывался, один управляющий сказал, что, недавно, это уже было относительно давно, но сервис мы запустили, что он изменяет торговую систему. И я у него спросил вопрос относительно, используется ли у него подгонка. Он сказал, что используется оптимизация, система была оптимизирована, и я стал наблюдать за этим счетом. В результате высокий коэффициент значения омега, я понимал, что, вероятно, PAM-счет в скором времени будут неприятности на нем. Собственно, через месяц так и получилось, что рынок начал меняться, и те условия, под которые подстраивалась торговая система, они перестали работать, параметры торговой системы тоже, и, следовательно, был убыток. Вот коэффициент Швагера. Вспомним, что это отношение среднедневной прибыли к среднедневной просадке. Видим, что именно этот PAM-счет характеризуется вот такими вот тенями большими. Но учитывая, что нам важно накопить статистику, мы видим вот такой вот период, да, что значение уменьшается. Но при этом важно еще отметить то, что значение, оно как
асимптотически выходит на уровень меньшей единицы. То есть, если, как бы, грубо говоря, сказать два критерия, на которые стоит обращать внимание для инвесторов среди вот всех коэффициентов, в первую очередь, это коэффициент омега, чтобы был больше единицы, то есть вероятность получить прибыль больше вероятности получить убыток, и меньше уровня 1,7, и коэффициент Швагера, чтобы был больше единицы. Это первое, к чему стоит переходить, а лишь потом анализировать динамику. И мы видим, что доходность растет, а коэффициенты падают немножко. Аналогично для Кальмара, для Сортино и Шарпа. Ну вот только сейчас более-менее динамика изменилась. Секунду. Вот видим, что он падал, и за все время, начиная с начала 2015 года, впервые у нас положительная динамика наметилась. Так, сейчас вот давайте перейдем к PAM-счетам. Одну секунду, те, которые были указаны. Так, ну вот первый PAM-счет. Так. Так, вот это Женя нам написал, попросил рассмотреть этот PAM-счет. Ну, давайте его быстренько рассмотрим. Основные показатели. Ну, мы будем рассматривать коэффициенты и одно из самых интересных. Ну, все самое интересное. Видим, что первое, что мы обращаем внимание, это как бы используется система с признаками Мартингейла, потому что есть вот такие вот свечи. Плюс это видно по плечу. Так, сейчас давайте средства посмотрим. По средствам инвесторы начинают инвестировать. Так, по показателям, коэффициенты. Вот коэффициенты. Я хочу сказать вам, что если в самом начале, как только мы все постепенно запускали, и сайт еще тестировался в закрытом доступе, я для себя понял, что начал обращать внимание только на коэффициенты в основном, потому что они показывают динамику сразу. Есть ли признаки поломки торговой системы, а признаком поломки торговой системы не факт, что она полностью поломалась. Ну, как бы, вероятно, изменились условия на рынке, и временно система не показывает такие хорошие результаты. Это является расхождение между графиком доходности, то есть он растет, а коэффициент начинает падать. Лучше всего в данном варианте подождать. И вот вернусь к тому, что я начал рассматривать только сначала коэффициенты. Уже анализируя их, можно переходить к анализу показателей. Так, ну вот все наши коэффициенты. Коэффициент Шарпа. Видим, что в данном варианте для трейдер-романов так у нас доходность растет, коэффициент растет. Это значит, что увеличивается или средняя доходность, или уменьшается стандартное отклонение. Ну, то есть это хорошо. Для Сортино аналогичная картина. Так, для Кальмара тоже. Вот для Омега. Коэффициент Омега. Видим, что в начале у нас коэффициент Омега падал, обратно рос, потом у PAM-счета началась просадка, коэффициент тоже начал показывать просадку, вернее уменьшение. Ну а со временем, если посмотреть всю картину, мы видим, что значение коэффициента выходит на один уровень. И средний уровень, ну, примерно 4,4 составляет. Но как немного раньше сказал, минут 5 уже назад, что PAM-счета, которые имеют высокое значение коэффициента омега, лично я бы им доверял определенную часть денег и при этом не самую большую. То есть оптимально от 1 до 1,7, да? Да, оптимально, да.
Больше одного, меньше 1,7. Да. А что если больше 1,7? Какой риск тогда у нас? Получается. Какой риск увеличивается? У нас получается, что торговая система увеличивается вероятность того, что торговая система подгонялась, подстраивалась на под рынок. То есть по сути можно следить за этим фондом, и если он растет, то это действует. Да. Именно, просто то, с чего я сразу вот и говорил, да, что мы не можем, видя картину, секунду, в текущий момент. Давайте еще Швагера глянем. Да, давайте вот Швагер. Швагер, у него среднее значение 0,5. Ага. Да, ну то есть как бы меньше единицы, да. Это значит, что вероятность внутридневные просадки больше средней дневной прибыли. То есть, как бы, учитывая, что определение Швагера – это отношение средней дневной прибыли к внутридневным просадкам, главное, чтобы был больше единицы. Да. То есть коэффициенты, на самом деле, это не такая страшная штука. Я вам говорю о том, что как бы на форуме иногда пишут, что коэффициенты — это ерунда. На самом деле я бы так не сказал, что в некоторых вариантах они довольно неплохо. Так, извините, тут написали, что я не переключил на экран. Собственно, немного раньше. Так, основное тут это омега, да. Видим, что со временем вероятность получить прибыль в 4 раза превосходит вероятность получить убыток. Швагер меньше единицы. Но при этом, кстати, хочу вам сказать, что анализируя еще памп-счета Мартингейлы, да, в момент вероятного убытка иногда бывает так, что динамика начинает тоже уменьшаться, то есть как бы сигнал есть к тому, что у нас же система торговой сразу не ломается, правильно? Проходит какой-то определенный период, да, и в этот период, по которой предшествует реальному поломке, начинается сбой, то есть увеличивается частота убытков, правильно? Собственно, как бы это и наблюдается. И именно для мартингейлов тоже такая... В таком периоде лучше всего работают коэффициенты. За месяц мы увидим изменения, например, в структуре счета, да? В структуре системы, что она меняется. За месяц хватит на выборки, например? Если говорить по времени, да, то первые 3 месяца, да, вот видите вы в самом начале, да, вот этот вот выбросы, да, мы сразу их думали вырезать. Да, то есть, чтобы в расчетах были, но вырезать. Но решили оставить, чтобы любой мог увидеть, что вначале вот такой вот разброс наблюдается, да, и говорить о какой-то статистике тут, ну, как бы. Да, неправильно. Лучше всего от 3 месяцев. А относительно какой период требуется, грубо говоря, чтобы система вернулась в нормальное состояние, да, тут для каждого счета индивидуально. Понятно, я может, неправильный вопрос задал. Смотрите, вот есть год счет, да, например? Да. Там счет, год работает. Вот мы следим за коэффициентами. Шлагер, там, омега, да. И вот последние месяцы, если взять и посмотреть динамику коэффициента, можете нам сказать, что это? Действительно, чтобы в системе поломалось, или не в системе, а рынок перестроились, и этот ПАМ уже на ветре будет давать нам ту доходность, которая была в последний год. Относительно доходности, которую мы ожидаем, конечно, относительно доходности, здесь надо использовать распределение. Да? Вот именно на новом дизайне, на старом этого пока нету, да, и те, кто пользуется сайтом, они это знают. А на новом мы для дней, недель и месяцев сделали распределение. То есть вы, открыв памп-счет, вы будете видеть, что какова вероятность получить, как, к примеру, доходность 3% за месяц. И так будет для каждого памп-счета. Да. Будет коэффициент омега, он показывает отношение вероятности получить прибыль к вероятности получить убыток. А сама диаграмма, которая используется для коэффициента омега, она вам позволяет узнать вероятность в диапазоне от какого-то процента и до какого. Вот. Так. По неделям для
помсчета видим, что две у нас были не очень хорошие недели. Но частота прибыльных недель довольно высокая. Ну, как бы коэффициент омега это все подтверждает. Как говорил раньше, если некоторый помсчет... Как говорил раньше, что некоторые помсчета сложно определить на наличие системы подобных Мартингейлу, то для этого можно использовать недели или месяцы, потому что это тоже все видно. Вот меньше единицы. Так, ну для коэффициента Швагера на месячных данных Мартингейла как бы не прослеживается, поэтому важно работать на нескольких масштабах: день, неделя, месяц. Но учитывать, что день это является основным. Так, ну по выводу относительно данного помсчета можно сказать, что помсчет он довольно неплохой, но единственная вещь, что это Мартингейл. А учитывая, что его можно посмотреть, так, это секунду. Что помсчет можно посмотреть в общей статистике. Так, а этот помсчет нельзя посмотреть, потому что он не в рейтинге. Извиняюсь. Так. Но мы можем сделать примерную оценку. И, кстати, одна из причин, по которой помсчетов нету из полного списка, потому что сильно нагрузка увеличится, и пока мы работаем только с основным рейтингом. Так, где у нас среднее плечо? А, вот, 29. Да. Ну, перейдем и увидим 29. Посмотрим. Вот, среднее плечо и возраст. Вот, то есть, грубо говоря, рассматриваем помсчет вот где-то вот тут вот, вот тут находится. То есть, как бы, по возрасту потенциал не слишком высокий. Но, опять-таки, многое зависит еще от самого управляющего, и, вероятно, вдруг он что-то изменит в своих настройках торговой системы. Так, давайте дальше посмотрим. Так, помсчет. Так, это... Вот чуть-чуть. Так, 34, 99, 31. Кстати, хороший помсчет в плане демонстрации логарифмической шкалы. Ну, давайте тоже поначалу. Так, ну, на показатели слишком не обращаю внимания. Ну, вернее, доходность видим, что высокая за год. Вероятно, что риски есть определенные. Уровень просадки 50%. Так, средняя доходность 1,71, то есть довольно высокая. По неделям 7,18, по месяцам 33,17. Тоже значения высокие. Так, учитывая, что, как я раньше говорил, что текущий мониторинг плохо использовать, учитывая паевую систему, лучше всего использовать алгоритмы. Вот мы на них и посмотрим. Мы видим, что примерно, если делать аппроксимацию, как бы да, ну тут угол, если так вот рассматривать, проводить прямую, ну примерно 40 градусов будет. Ну, есть просадки. Так, тут это лучше все видно. Так, по плечам. Видим, что здесь плечи увеличиваются, то есть управляющий, вероятно, открывает новые ордера и ждет разворота дальнейшего. Но тут мне кажется, что форум данного управляющего не читал, поэтому вот говорю, как есть, что думаю. Так, вот сделка открылась. Вероятно, торговая система используется, ну, потому что поведение плечей не свойственно для торговли руками. Ну, как бы из опыта могу сказать. Думаю. Так, и кажется, используется еще уровень стоп-лосс подтягивают периодически при выходе цены в прибыль. В смысле, без убыток? Да, без убыток. Но есть вот такие вот
свечи видим, да, что open был по 72, а low по 40. Так. О чем это говорит, такая свеча? Ну, вот такие вот свечи, да, слишком большим low, они как бы могут, ну, первая мысль это, что мартингейл, да, но учитывая, что мы данный помп-счет уже рассматриваем, да, и видно, что тут мартингейла как бы, ну, точно, наверное, не используется. Есть, конечно, элементы, да, видим, что плечи увеличиваются, то есть ордера открываются, а доходность уменьшается, то есть, ну, есть определенная пересидка, да, или увеличение плечи. Да, или наращивание позиций. Ну, просто коэффициент Шлагера, я думаю, больше будет единицы тут. Так, средний убыток. Среднее плечо 24, ой, 20, ну, 24 примерно. То есть, а если вспомнить общую статистику, видим, что какой потенциал по возрасту. То есть, каждая точка – это памп-счет. Надо понимать, что если мы вдруг, вот в данном случае, ну просто я так нажал, другого нажму, да, другой памп-счет, видим, что при таком используем кредитном плече, да, торговая система будет отличаться, но повышается вероятность того, что мы как бы можем длительный период инвестировать. Да, да, да. Ну, то есть маневренность памп-счета становится больше при данном используем кредитном плече. Так, это то. Так, это то. Да, 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 при меньшем. Да, да, да. Извините, оговорился. Так, вот коэффициенты, да. Вот тут Шлагер у нас довольно неплохой. 1.24, 1.77. Вот видите, как я говорил, да, что уровень 1.77 для коэффициента омега. Ну, давайте с самого начала для всех начнем. Так, для шарфа. Ну, в начале обычно 3 месяца надо вырезать, чтобы не видеть всей этой амплитуды большой, надо вырезать. И вот так. Давайте вот так вот посмотрим. Так, ну тут пока что что-то довольно сложно сказать. Ну, сказать, что появляется определенный уровень, к которому стремится система, сейчас сложно. Ну, вот по коэффициенту омега. Ну, по коэффициенту омега у нас тут уровень от 1,4 до 1,7. Но при этом средний уровень можно сказать, что 1,6. То есть вероятность получить прибыль в 1,6 раза больше вероятности получить убыток. Коэффициент Шлагера. Ну, коэффициент Шлагера растет, вот последнее, начиная с 12 октября. Да, и это в первую очередь связано с тем, что доходность растет и увеличивается прибыль, или, а если посмотреть на график доходности, увидим, что вот начиная с этого периода у нас таких теней больших не было. Ну, то есть это довольно неплохо. Так, по неделям. Средняя доходность 7.18, стандартное отклонение. Видим, что стандартное отклонение довольно неплохое. То есть больше 16%. Это прилично. То есть счет довольно рисковый. Так, а что лучше про стандартное отклонение от каких-либо подобных? Ну, как бы по статистике принято, что от среднего значения откладывать вправо два стандартных отклонения и влево два стандартных отклонения. Так, а что у нас получается среднее значение? Какое здесь? Средняя доходность 7.18. Ну, 7 и 17. То есть плюс 32, 40% и... 40-40. Да, то есть. Это вот это получается, да? То есть получается, что в будущем, вероятно, доходность за неделю будет находиться вот в этом диапазоне, который вы указали. Да. А для того, чтобы. А почему за неделю? Ну, потому что мы рассматриваем масштаб по неделям. Да, мы рассматриваем недельный масштаб. По доходностям еще больше. Но я хочу сказать, чтобы это дает оценку границ нашей прибыли, а для того, чтобы узнать вероятность, да, вот конкретно, и здесь уже надо использовать распределение. Вот на примере было, вот, что там вот распределение. Минус 12 до плюс 24 было, и это было 5% вероятности. Сколько вот здесь от минус 40 до 40? От 90. Это 95. То есть, откладывая влево и вправо два стандартных отклонения от среднего,
это вероятность 95%, что будет доходность получена в этом диапазоне. Это для любого графика. Ну, это статистика, это статистика, формула, да. То есть 95%. Да. А для того, чтобы узнать конкретную доходность, нам нужно ввести, вернее, посмотреть диаграмму распределения. Так, по месяцам только 3 убыточных месяца. Ну, и видим, что стандартное уклонение довольно высокое. То есть практически будет 100%. Да. Так, давайте еще один вам счет рассмотрим. 12. Так, вот. 30. Ну, Толстого мы уже рассматривали. Ну, давайте вкратце тоже быстренько пробежимся. Во-первых, что настораживает, это вот эти вот тени высокие. Управляющий внутри дня работает. Форум, честно говоря, пару раз считал, но не так подробно. Среднее используемое кредитное плечо 25. По распределению видим, что коэффициент омега 11 составляет. Это очень много. Швагер уже текущий 0,94. Чтобы его посмотреть, видим, что вначале вот этот выброс, он связан с тем, что была и доходность получена на франке. Если бы ее не было, мы бы вышли на уровень меньше единицы для коэффициента Швагера еще бы раньше. Видим, что что Швагер все падает. И вот сейчас 0,93. Ну, он говорит о чем-нибудь, если идет стабильное падение? Да. Стабильное падение, это значит о том, что опять мы... вероятность, то есть убыток? Нет, Швагер. Но. Швагер это отношение прибыли убыток. К просадке. Да. Если то коэффициент падает... Увеличение просадки увеличивается, если идет вниз Швагер. Да, если коэффициент падает, это значит то, что увеличивается либо средняя просадка внутридневная, или уменьшается прибыль. Да. Но учитывая, что у нас прибыль, мы видим, что длительное время, ну, чтобы понимали, по месяцам 10, да, и за неделю, там, это в районе 2, да, вроде, то есть 2. То есть, грубо говоря, она стабильна. Это значит, что уменьшается, увеличивается просадка. То есть со временем, как бы, просадка у нас начинает увеличиваться, да, и вот видим, что частота появления вот таких вот свечей, что-то в последнее время она увеличивается. Так, пам счет это 42, 34, 34, 30, 50. Так, а пам счет 206 дней, 50. Сложно название немножко прочитать. Так, доходность за 206 дней 58%, инвестировано более 34 тысяч, вам счет находится в рейтинге. О, это хорошо, мы его в общей статистике посмотрим. Так, видно, что часто управляющий прибыль закрывается. Вначале была торговля, потом с июля по октябрь торговли не было. И началось только в октябре. По плечам, если смотреть, видно, что часто, бывают случаи, когда управляющий внутри дня работает. Вероятно, это даже вот по этой свече 12 октября, можно сказать, что открывается два ордера, и затем постепенно начинают закрываться. Вот видим, к примеру, что тут два ордера было открыто. Первый закрылся и второй. И так он работает. Ну, хотя есть случаи и один ордер, несколько ордеров, потому что хай есть. Так, по распределениям. Смотрим коэффициенты. Коэффициент омега 2,29. Кстати, Мартингейл, считаю, все характеризуются высоким значением коэффициента омеги.
это можно на текущем. Сейчас пока, кстати, тест Profit Pump он недоступен, потому что еще мы кое-что добавляем. Я в конце скажу, что там будет дополнительно. И, кстати, вот еще очень важно, я забыл об этом сказать. Честно говоря, немного волнуюсь, но уже нормально все. Получается так, что управляющий может изменить торговую систему в определенный момент времени. В определенный момент времени управляющий меняет торговую систему, и понятно, что принимать какое-либо решение, основываясь на прошлых показателях, это неверно. Да? Но а кто вам скажет правду? Это менял я торговую систему или нет? Да? Управляющие могут, как бы всякие бывают, есть и хорошие, и те, кто может промолчать. Да. А вот коэффициенты, их неплохо использовать, анализируя их динамику, для того, чтобы примерно понять, менялось что-то в торговой системе или нет. А все покажут. И их амплитуда всех коэффициентов, ну вот давайте для примера посмотрим. Я просто покажу один памп-счет, на котором это очень хорошо видно. Ну, управляющего, конечно, не хочется бежать, но там очень хорошо это видно. К примеру, был коэффициент омега, да. Так, вот тут у нас была система, вот так вот, да. Ну, то есть это колебания коэффициента омега были, да, со временем. В этот момент меняется торговая система. И бывает так, что либо он начинает, амплитуда начинает увеличиваться. Вот. Если что-то, учитывая возраст и то, что статистика постоянно накапливается, да, для того, чтобы произошли подобные изменения, амплитуда резко начала возрастать, на это нужны определенные факторы. И смена торговой системы им как раз является. Так, но вернемся к памп-счету нашему. Так, омега больше 1,7, швагер так, больше 2, швагер 1,7. Да, ну, как уже говорил, что тут, вероятно, используется автоматизированная торговая система, потому что для управляющих которыми руками обычно до 1,7 значение коэффициента омега доходит. Так, по динамике, ну, знаете, учитывая, что процентов 40, считай, торговля не велась, да, что-то сказать довольно сложно. Надо немножко больше картины. Ну, вот. По омега тоже сейчас сложно что-то говорить, потому что он растет, и значительные просадки у памп-счета. Так, секунду. Все, извините. Так, вот омега, да. Учитывая, что в этот период, ну, это примерно процентов 40-45 от всего времени торговля не велась, сейчас говорить что-то сложно относительно него. И учитывая, что серьезных просадок на памп-счете не было пока, а учитывая, что средняя просадка по всему памп-сервису в районе 45%, наверное, лучше пока подождать. Можно, конечно, рассматривать его как для инвестирования небольшой суммы средств, да, но при этом быть аккуратным. Но назвать данный памп-счет я плохим как бы не могу, потому что мало ли вдруг в самом деле у управляющего удалось получать хорошую прибыль. И при этом видим, что коэффициент швагера больше единицы, что никаких свечей вроде как для мартингейла свойственных тут нету, ну, потому что швагера больше единицы. Да, и, кстати, видим, что ну, относительно других коэффициентов, которые увеличиваются, швагер, по крайней мере, уже имеет какой-то максимум, минимум, то есть уровень, где колебания происходят. Так, по доходности 1,58, 2. Ну, кстати, вот тут вот неплохо. Вот показатели средней доходности стандартного отклонения довольно приемлемы. Так, вероятность получить прибыль за неделю 6,5 раз больше, швагер тоже больше единицы. Так, по месяцам тут тоже довольно неплохо, но надо пока подождать, я думаю. Либо небольшую сумму. Так, коэффициент омега, то есть в 7 раз вероятность прибыль больше вероятности получить убыток.
Довольно хорошо. Ну, видим, что уже для месяцев коэффициент Шлагера больше 2,5, это довольно тоже хорошо. То есть никаких систем, вроде как Мартингейла и ему подобных, тут не используется. Просто, видимо, используется своя торговая система, разработанная. Так. Кстати, если у вас будут еще какие-то вопросы, потому что время-то потихоньку заканчивается, я стараюсь объяснять максимально понятно, но любой может мне написать на форуме. Сейчас я это напишу свой ник. Так, ну вот Solander, да, попросили Solander посмотреть. Кстати, мне нравится этот управляющий. Так, доходность, возраст довольно внушительный. Инвестировано 114 тысяч. Я бы не сказал, что много. Так, логарифм смотрим. Ну, по логарифму видно, что управляющий, грубо говоря, за определенный промежуток времени примерно показывает одинаковую доходность. Это хорошо. То есть, так, стандартное отклонение у нас 3.13. По плечам посмотреть. Так, вот торговля внутри дня идет. Видно, что свеча открылась, а закрылась. Так, бывают моменты, когда ордер на следующий день переходит. Даже несколько дней открыт. В целом, как бы рисковый данный помсчет назвать на текущий момент сложно. Единственное, что среднеиспользуемое кредитное плечо 11, но так, мы его. Так, в общей статистике мы его не рассмотрим. Но для данного среднего используемого кредитного плеча у нас время жизни памп-счетов уже увеличивается в раза 2-3 из общей статистики. Вот 11, вот мы смотрим. Так, вот. Видим, что, грубо говоря, для среднего используемого кредитного плеча примерно 13-12, да, у нас время жизни памп-счетов наибольшее. Так, вернемся. Времени уже немножко осталось. Так, распределение, обратно вот коэффициенты переходим. Омега в допустимых границах находится, то есть система, ну, вроде бы у него автоматизированная система используется. Я сейчас, честно говоря, немного подзабыл. Коэффициент Шлагера практически 2, то есть в 2 раза прибыль больше внутридневных просадок. Это хорошо. Так, смотрим динамику коэффициентов. Так, динамику коэффициентов. Видим, что как для всех вначале у нас немножко статистика набирается, поэтому значения сильно могут колебаться. Видим, что динамика идет синхронно с памп-счетом. Это тоже довольно хорошо, потому что главное, чтобы не было расхождения между динамикой, то есть чтобы доходность не росла, а коэффициент начал уменьшаться. Для каждого коэффициента у нас есть подписи. Ну, то есть можно ознакомиться, как он считается. То есть получается, что тут довольно мы стабильно по шарпу идем. Так, омега. Омега получается, что с 14 сентября у нас примерно находится на уровне от 1,7, 1,6 до 4. То есть средний 1,6 будет. Довольно хорошо. И учитывая, что это сентября 2014 года, а сейчас уже 16-й. То есть данный помсчет можно рассматривать на длительный срок. Так, коэффициент омега для недельных данных 6 практически. Шлагер тоже никаких мартингейлов тут нету. Для месяцев все тоже хорошо. Так, так сейчас помсчет еще. Так, 24. Да, конечно, задавайте. Есть много заходных счетов, да, которые идут вверх. Да. И потом резко минус
Так вот, в таких... Как вот это можно предугадывать или как оценивать? Так вот, в таких помсчетах тоже, по сути, есть момент, что коэффициент показывает. Он начинает показывать расхождение. Как правило, грубо говоря, вот как вы говорите, доходность увеличивается, да, и коэффициент за ним увеличивается. Но очень часто бывает, что в момент именно перед сливом, там, за неделю, две недели коэффициент начнет уменьшаться, а доходность будет расти. Я не знаю, вот как именно это объяснить, да, уже думаю, не первый месяц. Да, если про то, что расхождение длительный период появляется, да, это можно объяснить, рынок меняется, как бы система не перестраивается, все постепенно происходит, то тут за такой короткий период, но это есть, наверное, пока надо принимать как факт. Да, видно. То есть, что надо быть настороже, а сигнал есть. Так, вот, доходность 300, возраст 119. Так, возраст небольшой, но доходность высокая. Так, перейдем к доходности. Ну, это понятно, что у нас за система используется тут. Логарифм посмотрим. Вот видим, кстати, да, чем примечателен логарифм. Но то, что у нас как бы доходность по привычному графику доходности вроде как растет, да. И примерно, если прямую проводить от начальной до конечной точки, тут угол 40 градусов где-то будет, да, то для логарифма у нас немного картина другая наблюдается. Если так образно сказать, происходит насыщение. Ну, это из физики термин. Так, сделки внутри дня совершаются, при этом плечи бывают и по 100. Так. Среднее, вот видим, это 49, да. Перейдем в общую статистику, учитывая, что помсчета пока из полного списка не строится, а мы можем примерно представить, что с ним будет. 49. Так. Ну... Видно, что ситуация тут не лучше. Что помсчета обычно долго не живут с таким плечом. Так. Переходим к коэффициентам. О, видим, что омега вообще у нас 71. Это связано с тем, что очень мало убыточных дней. Да, как бы знаем, что на 0 делить нельзя, и чем ближе значение к нулю, тем больше будет значение. Ну вот, собственно, у нас это и наблюдается, что высокое значение коэффициента омега. Вероятно, скоро оно будет уменьшаться вместе с доходностью. Так, коэффициент Шлагера 0,43, так, это значит у нас что-то наподобие Мартингейла. Видим, что да, вначале пока статистика накапливалась, данные появлялись, а потом он... начал постепенно уже уменьшаться. Да? И если уменьшался с 0,6, если округлять, то текущее значение 0,43. Да, еще пока уменьшается, вот если тут рассматривать. По неделям видим, что только у нас была одна убыточная неделя. Все остальные прибыльные, значит, коэффициент омега будет высоким. Видим, что он 17. Швагер видим 0,98. Мартингейл меньше единицы, здесь уже больше единицы. Как я говорил, что нам всегда надо рассматривать несколько масштабов. Мы продумаем... Так. Сейчас, одну секунду, про новый интерфейс отвечу. Это последний помсчет, который сейчас уже рассматриваем. Сейчас уже продумаю именно алгоритм автоматического определения. Так, давайте на камеру перейду. Алгоритм автоматического определения Мартингейла на основании всех этих коэффициентов. Я думаю, сейчас примерно, в общем, вы увидели, что коэффициенты — это не страшная штука, и что с помощью математики можно более-менее, как бы, используя не самую простую, допустим, математику, некоторые вещи делать довольно простыми. И помсчета, если их рассматривать с помощью математики, это все немного облегчает. Так, вот сейчас вернусь. По счету данному уже закончу. Видим, что Сортино и Омега
нулю, да, равны, а ноль связан с тем, что у нас отрицательных значений вообще не было. Так, вот, собственно, на данном по счетам мы закончим. И важно сказать, что как бы для меня идеальный график доходности PAM-счета, это который имеет временный рост и временную просадку, но при этом, чтобы прибыль превышала просадки. Так просто это и для инвестора будет хорошо, что вы будете видеть примерно, откуда инвестировать и примерно какую прибыль ожидать. И сколько эта прибыль, вернее, длительность получения этой прибыли. Это как бы немаловажно, хочется сказать. А для счетов, которые используют лесенки, ну, их так на форуме называют, да, у нас просто прямая линия, да, мы не видим дна, на которое может опуститься доходность. Да, мы просто видим линию. И откуда, и какие-то решения принимать для инвестора довольно сложно. Просто вложить деньги и думать, что да, он там, допустим, 3 месяца, 4 приносил прибыль и так еще будет приносить. Это, конечно, можно. И Martingale счета можно хорошо использовать для пипсовки, как мы сегодня обсуждали. Но при этом надо быть, надо иметь определенную осторожность. Так, по поводу функционала. Хотелось бы сказать, что... Так, давайте... По текущей рабочей это profitpam.com. Да, вернемся к презентации. Так, презентация. Вот, это текущий рабочий. Все дело в том, что мы даже планировали его к сегодняшнему клубному дню запустить, но учитывая, что мы profitpam.com, что мы вместе с другом, которым разрабатываем сайт физики и щепетильно относимся к данным, мы хотим, чтобы все было очень точно и... В первую очередь точно, чтобы, ну, потому что на основании этих данных вы принимаете определенные решения. Также еще хотелось бы сказать, что в новый функционал будет добавлена общая статистика дополнительная по всем PAM-счетам. То есть будет возможность узнать, сколько по истории, а посмотреть, сколько всего в PAM инвестировано и в какой валюте, в каждой валюте. То есть в долларах, в рублях, евро, в голдах и всего в долларах. Сколько всего инвестиционных счетов в соответствующих валютах и всего. Также сколько дней, вернее, сколько PAM-счетов и из какого рейтинга, то есть из полного или основного, закрылось в плюс или минус. И сколько не торговало. Но как использовать данную статистику? Это вот последнее. Можно использовать для того, чтобы определить, как определенная новость, к примеру, как non-farm payrolls, повлияла на PAM-счета. Все знают, что эта новость довольно может неплохо трясануть доходность управляющих. И открыв подобную статистику, вы сможете узнать, сколько PAM-счетов на данной новости получила прибыль или убыток. Но в ближайшее время, я думаю, что мы запустимся и будем постепенно дальше продолжать. Еще много что хотелось бы добавить в новый сайт и увеличивать дальше функционал. А также одна из возможностей, мы уже с Кириллом сегодня обговаривали, это узнать потенциальные значения суммы. Ну, то есть мы оценили факторы, на которые обращают внимание инвесторы при инвестировании в PAM-счета. Обзор PAM-счета Саян 2.0, который есть на форуме, можно в его ветке посмотреть. Я указал значения, в которые на момент написания статьи инвесторы оценили бы данный PAM-счет. Там была сумма 37 тысяч, вроде бы, если не ошибаюсь. И на тот момент написания в него было вроде бы 10 тысяч инвестировано. Да, то есть для управляющих, к примеру, это может быть использовано как... Вы торгуете, не знаете, интересен ваш PAM-счет инвесторам или нет. Вы можете, будет форма. Но как бы тут многое от инвесторов зависит и пользователей сайта, потому что нужно знать, надо это делать или нет. Я писал об этом на форуме.
вы ведете показатели, и вам покажется примерная сумма, в которую бы инвесторы оценили ваш PAM-счет. То есть, окажется, как бы морально становится немного легче работать, когда вы знаете, что надо время просто, надо ждать, и результат будет. И также есть еще одна вещь, о которой мы пока не хотим говорить, но делаем ее очень давно. Она будет интересна как и инвесторам, так и управляющим. Это, в общем, будет очень интересно. Я уже сам ее иногда тестирую, и несколько часов могу этим только заниматься. Так, ну, в заключение еще хотелось бы сказать... Секунду, отдельное спасибо некоторым управляющим, которые... Так, Кирилл, я нечаянно вышел. Так, вот Кирилл, еще. Так, управляющим, которые постоянно спрашивают про функционал сайта, что-то добавляют, и инвесторам, которые тоже интересуются. Если... Ну, периодически и с управляющими мы общаемся на тему, как улучшить привлекательность данного PAM-счета и показать его потенциалу для инвестора. Потому что рейтинг, надо понимать, что рейтинг это хорош, но первых 10-20 счетов, которые есть в рейтинге, по определенным условиям есть и другие, более интересные счета, которые стоит принимать во внимание, и прибыль по ним может быть больше. А учитывая, что оферта так для Запада и успех, оферта отличается, и позиции в рейтинге тоже довольно существенно отличаются. Поэтому надо иногда смотреть рейтинг и обращать внимание на основные показатели. Ну, при этом анализировать все дополнительные. Ну и в заключение хотелось бы сказать, надо не спешить, иногда бывает, надо немного подождать. Подождаться просадки, да, все говорят, что просадка это как бы относительный уровень. Ну, имея, по крайней мере, средний уровень просадки, вы минимизируете свои убытки, тем самым у вас появится больше вероятность заработать, знать, какой период выдержать инвестиции, выводить. И дальше как бы мы планируем... А, кстати, уже добавлены на сайт... Анализ портфеля Эльпари, то есть то, что сейчас доступно для счетов, уже это доступно для PAM-портфелей Эльпари. На этом, я думаю... А, кстати, извините, я забыл написать ник на форуме. На форуме Эльпари. Да, ник на форуме Эльпари. Так, и также вы можете на главной странице profitpam.com есть мы ВКонтакте, мы в Фейсбуке, в Твиттере. Ну, то есть, как бы обращаться, мы, честно говоря, мы всегда рады тем, что инвесторы пишут, да, и нам интересно общаться, мы сами что-то новое узнаем. Ну и при этом, как бы для инвесторов. Готовы да. ли вы ответить на вопрос? Тут пишут мне человек не зарегистрирован да. в чате. А зачем? За счет чего сайт PAM-Profit существует, на чем они деньги зарабатывают. Как я понял, регистрация на сайте бесплатная. Готовы ли вы ответить? Да. Кстати, вопрос. Мы работаем как партнеры Эльпари, представляющий брокер. Но при этом как бы наша основная цель даже не столько, сколько зарегистрировать клиента, да, а при этом дать какие-то услуги. Да. И вы видите, что мы над ними работаем и заинтересованы в том, чтобы клиент в первую очередь зарабатывал. А по поводу регистрации, регистрация абсолютно бесплатна, у нас нет никаких счетов, да, обязательств. Единственное, для чего нужна регистрация, это для того, чтобы создавать демо-портфель. Вот, кстати, и я на этом вопросе вспомнил про демо-портфели. На нашем сайте вы можете создать демо-портфель и тем самым как бы оттестировать свои стратегии, что-то новое смотреть. Но для этого надо, да, зарегистрироваться и в личном кабинете посмотреть всю необходимую информацию. Так, вот.
Вот, спасибо. Вам огромное спасибо. Сейчас я передаю слово Кириллу. Если будут вопросы, вы всегда старайтесь писать. Я буду рад вам отвечать. И вместе с Сашей, это человек, с которым мы работаем, мы будем дальше продолжать работать над вам счетами. Спасибо. Так, Кириллу передаю. Всего доброго. Так, поблагодарим Станислава за приведенную информацию, за то, что он рассказал. Я думаю, что для многих было действительно много нового, по крайней мере, для меня так точно. Оказывается, что можно не только по каким-то ощущениям подбирать PAM-счета, то есть там по взглядам, по какой-то теории вероятности, можно все делать осознанно на основе математических формул, формул математической статистики. Я понимаю, что было много новой информации, возможно, сразу с лету не смогло усвоиться, потому что я только ближе к концу понял, когда уже Станислав там третий или четвертый счет анализировал, я проследил нить, на что он опирается, те же показатели, там Шарпина, да, то есть Сартина, Шарпа, Омеги и так далее. Вот, поэтому будет запись данного клубного дня, уже выложим ее в понедельник на YouTube, также в группе Альпари, на YouTube на канале Альпари, также в группе ВКонтакте в Альпари, так что можете ее еще раз пересмотреть, еще раз уловить основную нить, да, то есть, как я понял, Станислав сначала ориентируется на показатели, это показатели омега самый главный, да, то есть определенный диапазон какой. Давайте запишем, наверное, чтобы было. Так, омега у нас сколько? 1,7, да? 1-1,7. То есть это, скажем, такие основные показатели, оптимальные, 1,7. Дальше, сортина есть? Там какой-то сортина. Больше нуля коэффициент. Дальше. Шарп, да, один из важнейших также. Шарп больше нуля? Дальше. Швагер, да? Швагер больше единицы. И что у нас осталось? Кальмар остался. И кальмар? Больше нуля. То есть это основные параметры, да, то есть оптимальные, которые надо учитывать сначала при выборе. Плюс ориентируемся на то, что эти показатели по периодам разнятся. Это период торговли день, неделя, месяц. Наибольшую, скажем, больший вес уделяем день, правильно, как я понял? День, неделя, месяц. А наибольший, скажем, день, да, то есть наибольший показатель, собственно, важность, вес день, но смотрим весь ряд, дневной, недельный и месячный ряд, собственно, для выводов, да. Вот, все остальное сможете еще раз пересмотреть записи, можете попользоваться, попробовать все это дело на сервисе ProfitPAM, зайти, посмотреть, пощелкать, много различных показателей доступных, много интересных функций. Поэтому можете посмотреть и подобрать для себя какие-то стратегии, которыми вы сможете воспользоваться при анализе PAM-счетов. Но если возникают какие-то вопросы, можете обращаться либо к Станиславу, контакт он оставил свой от них на форуме Альпари, либо же писать им на сайте, либо можете писать, собственно, мне какие-то вопросы, я постараюсь ответить, что не смогу осилить, соответственно, уже придется подключать Станислава. На этом у меня все. Спасибо еще раз Станиславу за сегодняшний день, за то, что рассказал свое видение по анализу PAM-счетов, по поводу, какие параметры оптимальны, важны и на что обращать внимание. А мы с вами встречаемся в понедельник на новых семинарах. Запись точно будет доступна в понедельник. Всем хороших выходных и до встречи на новой неделе.